Успей поставить лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на Ютубе. Считаю. Раз, два, три. Оу, я думаю, каждый знает этот звук. Это, конечно же, звук голода. Нам нужно, друзья, прокормить нашу колонию. Ну и давайте мы вместе с вами, конечно же, будем это делать. Видим то, что рядом с нашей колонией очень и очень даже много находится вот таких различных растений. Оу, ничего себе, я только немножко собрал, а уже заполнил, ребятоньки, весь инвентарь. Ну ладно, хорошо, мы сейчас тогда всю эту еду, конечно же, сбагриваем опять-таки к нам в колонию. Ну и начинаем набирать, конечно же, новые растения. И смотрите, мы только, ребятоньки, подошли и опять-таки заполнили нашу колонию. И вон, ничего себе, игрушечка подсказывает то, что нам следует, ребятники, обратиться вот сюда. А тут мы можем прокачивать нашего муравья. Давайте мы вместе с вами прокачаем ему силу. Чем он будет сильнее, тем больше он, по сути, сможет таскать нашу вот эту еду. Вот, смотрите, друзья, теперь мы видим то, что он чуть-чуть больше добывает, чем обычно. И интересно, на что же нам показывает опять-таки стрелочка? Тут мы видим то, что у нас имеется классический бублик. И выглядит он, на самом деле, очень и очень даже странно. На самом деле на бублик особо не похож. Ну ладно, окей, выходим тогда, ребятоньки, по стрелочке вот в эти врата. Ну а я приветствую всех и каждого в абсолютно новенькой игрушке под названием Hungry Ants. И что же, у нас второй уровень. Тут я вижу то, что локация очень даже сильно отличается. И видим то, что, смотрите, ребятоньки, у нас имеется вот такой прикольный муравей. И он хочет работенку. Ну ладно, хорошо. Сейчас мы тогда, естественно, этого муравья, друзья, приведем вот сюда, чтобы он стал нашим дружбаном. И видим то, что, смотрите, он на самом деле очень даже неплохо трудится. Вот это реально, ребятоньки, очень даже похвально. Давайте тогда сейчас мы вместе с вами добавим еще вот такой один майнерский слот. Не знаю, что это такое, но игрушечка, ребятоньки, пока что настаивала именно на этом параметре. Ну ладно, окей. Я сейчас пока что, друзья, продам все то, что мы только что налутали. Ну и, конечно же, пойду лутаться дальше. Мне опять-таки игрушечка подсказывала на этот камешек, и тут у нас вылупился еще один муравей. Ну ладно, друзья, очень и очень даже хорошо. Теперь у нас не один помощник, а целых два. Давайте тогда сейчас мы, естественно, еще полутаем вот эту штучку и видим то, что опять-таки муравья нам не дали, но зато у нас уже имеется, друзья, опять-таки все по максимуму. Сейчас я опять-таки все это дело продам в нашу колонию, ну и, конечно же, побегу на стрелочку, потому что мы этот уровень практически полностью залутали. Я думаю, наши вот эти работяги-муравьи до нас доделают эту работу, а мы пока что переходим на следующий левел. И воу, ничего себе, вы это видели, друзья? На самом деле, третий уровень очень и очень даже жесткий, потому что тут у нас имеется даже босс. Ну ладно, хорошо, сейчас мы вместе с вами пока что будем начинать с самого простого, а это, конечно же, лутать наши вот эти растения различные, ну и надеяться на то, что с вот этих яичек у нас будут выпадать муравьи. Да, смотрите, ребятоньки, как раз таки один помощничек у меня уже имеется, поэтому я сразу же, друзья, бегом, естественно, иду его к себе вербовать. Ну и не забываем, конечно же, опять-таки про наш дом. Кстати, у меня уже имеется 281 монетка. Я думаю, это очень даже хороший, друзья, повод взять, конечно же, что-нибудь допрокачать. Допустим, capacity. Вот как раз-таки именно этот параметр очень-очень даже мне, друзья, не хватал. Но теперь мы его вкачали на 2 уровня. Это, друзья, замечательно. И вот, кстати, что мы в прошлый раз прокачивали. Это слоты для наших муравьев. Пока что мы можем иметь только 2 муравья, но мы в дальнейшем прокачаем до 3. О, смотрите, друзья, как раз-таки ко мне пришел уже помощник. Вот это да. Получается, у нас какая-то реферальная ссылка получилась. Потому что вот этот муравей привез вот этого муравья. Ну реально, друзья, просто удивительно. Ладно, хорошо. Сейчас мы вместе с вами поможем муравьям еще лутаться. Тут у нас имеются опять-таки вот такие листочки всякие. И, естественно, много и много вот таких камешков, которые, ребятоньки, нам нужно срочно пробулить, чтобы добраться до нашего босса. Я думаю, нам нужно копить, друзья, очень и очень даже много денежек, чтобы мы уже смогли наконец-таки сделать третьего нашего муравья. И стоп, погодите-ка, вы это видите? Этот паук атакует наших рабочих. На, паучок, получай. Ты все-таки не должен был этого делать, поэтому, естественно, за это поплатился. Ну ладно, у нас уже имеется 318 монеточек, друзья. Это великолепно, потому что мы сейчас прокачаем еще один слот для наших работяг. И вот, замечательно, у нас опять-таки появилась еще одна ячеечка для третьего муравья. Поэтому, ребятоньки, пойдем, конечно же, лутать вот эти камешки в надежде на то, что мы сможем уже кого-нибудь найти. И да, смотрите, ребятоньки, только я до сюда дошел, и уже сзади меня стоит вот такой муравей.
муравейчик. Ну ладно, муравей, подожди, пожалуйста, мне нужно немножечко полутать вот эти камешки, чтобы я возвращался домой не с пустыми руками. Вот теперь у меня как раз-таки уже все заполнено, поэтому давайте тогда сначала, конечно же, продадим все наше добро, ну и, естественно, начинаем вербовать нашего муравья. И, кстати, у меня тут появилась еще одна вот такая стрелка. И именно эти стрелочки как раз-таки показывают нам на враждебных пауков. А я, честно говоря, даже и не думал, как мне все-таки их вычислить, где мне их найти. Но в итоге теперь, друзья, я точно буду уверен, где они у нас находятся. Ну а пока что мы видим то, что у нас 600 монеточек ровно. Нам нужно еще 300 монеточек, чтобы прокачать еще один слот для наших муравьев. И, блин, капец, паучок. Вам не кажется, друзья, то, что он как-то слишком часто начал появляться и нам мешать? И это означает только одно, то что нам нужно намного чаще ходить с нашими муравьями сюда, чтобы я, естественно, успевал их прикрывать. Потому что, смотрите, у этого дружбана уже меньше половины хпшечек, и это действительно, друзья, большая-большая проблема. Ну и как вы понимаете, играю я, ребятоньки, отчаянно, потому что у меня практически нет хпшечек, а врагов хоть отбавляй. Вот опять-таки еще один паучок начинает нападать на наших ребяток, но я, естественно, это ему не дал сделать. И, кстати, видим то, что мы практически вместе с вами, друзья, уже пробурили все, что тут у нас имеется, и в итоге мы сейчас уже вместе с вами можем, по сути, даже вот эти ворота открыть. И воу, стоп, погодите-ка, я сюда не хотел попадать, но в итоге мы вместе с вами попали на нашего босса, с минимальным количеством хп. И как мне против него сражаться, я, честно говоря, ребятоньки, не представляю. Вот и все. Только что нас победил босс, но при этом мне нравится то, что хпшечки-то у меня восстановились. И я, честно говоря, буду надеяться на то, что у нашего босса хпшечки не будут восстановлены. И видим то, что да, действительно, у него, друзья, еще больше половины хпшечек, но этого вполне, ребятки, достаточно, чтобы я, естественно, смог его победить. Я его, в принципе, даже в лоб-лоб, друзья, буду стоять и, естественно, лопать, потому что тебе, крот, точно будет харанты, мы тебя победим. И в итоге все, ребятки, самый главный приз у нас в кармане. Это вот такой прикольный пончик. Ну а следующий уровень выглядит у нас, ребятоньки, таким образом. Мы сейчас находимся в подземелье кротов, и нам нужно, опять-таки, развивать нашу колонию, чтобы победить врага. Но, ребятоньки, на этом я заканчиваю прохождение нашей игрушки. Если вам она понравилась, и вы хотите продолжения, обязательно напишите об этом в комментарии. Ну и, конечно же, наставьте кучу-кучу лайков. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока!